Первый спуск на воду. Хотели разбить бутылку шампанского, не оказалось. Потом хотели разбить бутылку глинтвейна, но подумали, что это будет слишком. Решили просто спустить. Вчера озеро нас встретило щукой, поэтому у нас очень большие надежды на эти выходные. Там веревку-то не взяли. Там у нас живец. К сожалению, мы купили их 20 штук, но 12 купила я побольше, 8 поменьше, живыми оказались как раз маленькие. Большие все сдохли, но мы будем кидать их в раколовку, чтобы найти еще живца. Так что будем ловить живца на живца. Никого. Вот такая вот ракета. Новая лодка. Она рыбацкая. Должна ловиться рыба.